Всем привет, ребят. Мы продолжаем сегодня проходить Астронир, собственно. Игрушка песочница, всех дел. Будем сегодня запускать, наверное, себя еще раз перемещаться на следующую планету. Мы посмотрим там, как по ресурсам надо будет что-то еще. Ну, по заданиям-то надо более-менее обосноваться на второй планете. И получить другие ресурсы, которые еще на третьей планете. То есть придется скакать еще не раз между планетами. Так что будем смотреть и действовать по ситуации. Там посмотрим, какие ресурсы будут где более-менее подручно найти. То будем искать. Поехали. Короче говоря, все у нас по заданию. Двигатель прогресса. Разместить убежище на другой планете. Максим. Ку. Здорово, Макс. Разместите место приземления на другой планете. Ну, то есть, короче говоря, собственно, вот такую же штуку круглую надо замутить только... Октава. Привет, про. Про. Бро. Да, наверное, хотел написать бро. А, привет. Привет, привет. Всем привет. Говорится, привет, привет, и в рот привет, и в два привета. А, так, место приземления. Керамика и алюминий. Собственно, мы это и будем добывать. Тихо. Таямба. Нужно, короче говоря, до хрена алюмишки. Углерод, медь, стекло, вольфрам. Лом, стекло, керамика. Кстати, ну керамика-то есть. Керамика, подожди. Тут алюмишки нет? Медь. Сфорит, кварц, аммоний. Так, керамика, алюминий. Смотрим, короче, где у нас. Подзабыл уже маленько, где у нас эти все ресурсы могут находиться, как точнее выглядят. Алюминий. Алюминий у нас добывается из... Нет, подожди, это более сложные. Эй, где алюмишка? Жди, это уже алюминиевый сплав пошел. А, вот алюминий. Из лотерита. Лотерит вот как выглядит. Окей. А тут у нас валяется сфолиит. Всегда их путаю почему-то. Ну, может, созвучно. Поэтому. Так, ну да, тут сфолиит. Здесь у нас удлинители. Я не думаю, что они прям сейчас очень нужны. Так, ну, как раз для почвы и так далее. Сейчас мы эту почву. Ладно. Средняя солнечная панель. Не думаю, что она пригодится сейчас. Сейчас мы делаем на этом на тракторе. Мало ли, может быть, что в пещере найдется поинтереснее. Погнали, короче, за лотеритом. За лотеритом же, правильно. Ресурсы. Лотерит, все. Лотерит, сфолит, блин. Созвучные названия. Ох уж эти созвучные названия. Есть у меня один могильничек, где этого дерьма полно. Эй, главное не застревать. Так, значит, нам нужно алюмишки, причем много алюминия надо. Надо будет по максимуму забить сейчас. Рюкзак, наверное. И возможно что-то еще. Ну, и возможно еще, если камни не найдутся для обработки, тогда придется подзабить и все тележки. Потому что этот алюминий, он пригодится для этого, для движка. Двигатель у нас имеет только
два полета. То есть ты движок твердотопливный создаешь, когда ты можешь летать только туда, на планету, и обратно. Все. Движок как бы истощает свои ресурсы, поэтому надо делать еще. Но благо там немного не просят ресурсов, там буквально алюминий, что-то, по-моему, и керамика. Или аммоний. Нет, какая, сейчас надо бы. Аммоний по-любому можно из почвы уже высосать. Так, слалом прошел успешно. Латерит. Давай для начала латеритом, короче, забьемся. Вытащим его на поверхность. Вот эти вот петушечки тоже. Чем бы халяву не изучить? Лишние байты будут не так. Будут в тему. Так, вот он латерит. Это же он? Латерит. Ну, как правило, нашел немного и копаю рядом. Вот у нас тут целые залежи. Сейчас мы немного побурим. Прям надо до хрена, короче, этого латерита. Тем более, тут горные породы не имеют свойства обваливаться, так что можно бурить спокойно, хоть под себя, хоть на себя. Так, стоять. Я тут, похоже, перегрузился уже. Ладно, пошли относить ресурсы назад. Привет, Вольф. Девольфо от bmd.gg. Добрый вечер. Короче, оттаскиваем эти ресурсы. Блин, я не знаю, я часто, в принципе, в эту пещеру спускаюсь. Может быть, блин... Вот я тут не видел никакой лестницы, ничего такого. Ну, как бы подъемных каких-то механизмов, там, я не знаю. Пока не встречались, по крайней мере. Давай. Оттаскиваем. Раз. Два. Три. В принципе, если выкинуть опоры, блин, надо было удлинители тоже выкладывать. Вот нахрен они мне нужны. Что-то я не заметил. Ладно. Сколько еще места? Еще две ячейки тут и четыре у меня. Ладно. Хорошо то, что, ну, как бы, одна, допустим, колба аммония, это одна колба алюминия, то есть один к одному тут рассчитывается пока что. Потом там уже придется в более сложные металлы, когда за это будем залезать. Придется гораздо больше там ресурсов тратить. Ну, типа там два латерита, два аммония и одно стекло, к примеру, вот так вот. Будет, как говорится, все сложнее. Так, вот еще латерит. Чик. Блин, дырок я, конечно, тут от души накрутил. Давай. Вот так попилим. Все, тут. Я цепочку прервал. Прервал цепочку. Да, опор вот этих вот. Это тоже важно. А то сейчас воздух бы кончился чуть-чуть. Бля, походу я все выкопал почти. Так, три штуки есть. Просто уж очень не хочется, блин, другие платики, как вот, другие пещеры копать, как бы тут в этой более-менее уже ориентируешься. Так, ну все, да? Не, что-то собирается. Угу. Хорош, наверное. Четыре штучки есть. Я вот думаю, может быть, еще сюда вернуться разок.
побегать, посмотреть, может быть, какие-то камни. Может быть, что-то найдется еще. Пустым сюда прийти, может быть, даже с упаковщиком. Не буду пока торопиться на следующую планету перемещаться. Чуть побольше камней надо насобирать, чтобы пускай не обрабатывать. Буду без проблем. Много времени на это не тратить. Так, ну все, ячейки, мать его, забиты. И тут еще две. Давай, наверное, сходим еще вот прям две забьем. Вот вижу, он не портится, ничего, пусть лежит себе. Он пригодится обязательно. Алюминий, я смотрю, часто где используется, часто где требуется в каких-либо рецептах. Чтобы не бегать туда-сюда тысячу раз. Октава, октава. У. У. Может быть и у. Ну давай. Попилим, насколько достает. Так. Там глина, что ли, пошла? Почти. Нет, тут правда. Тут почва, короче, а тут уже глина, по-моему, поперла. Октава, октава. Аурумс. Аурум это у нас имя. По-моему, что у нас? Что у нас аурум? По-моему, золото аурум. Или серебро, аурум. Так, ну все. Да, от... О, камушек. Здрасте. Тихо, тихо, тихо. Сейчас мы его... Чик. Это хорошая находка. Ты че его бросил? Молодой чемодан. Такие камни. Октава, октава. Аурмс, не знаю, что делать, если я не могу сказать точно. Я Ашхчгага Окрнчшау, не знаю, что делать, если... Прикольный набор фраз. Фраз и букв. Целая палитра для раздумий. Короче, с этого камня много ресурсов можно получить. Это примерно будет где-то около 1000 байт. Лучше, чем орехи, конечно. Я так понимаю, то, что орехи просто так не это... Не лежат. Не вырастая заново. Так, давай-ка мы вот здесь вот выкинем. Вот эти вот опоры. Все равно сюда идти. Подбираем с тележки. Вот эти дела. На телегу. Камень. Пойдет. Блин, можно было бы еще на Валеру бы вот это дело поместить, удлинители. Было бы вообще здорово. Так придется возвращаться. Ладно. Пока лежит. Опоры пока тут ничего такого не требуют. Опоры есть везде, как бы. Ничего страшного. Пока едешь, такое ощущение, да, что ну там. Когда песок под землей, под, это, под колесами грустит, такое ощущение, как будто у тебя аплодисменты, блядь, в уши. Кстати, вот в этой пещере я заметил то, что там же есть эти, как вам... Там же есть брошенные ресурсы, там какие-то движки валяются, солнечные панели. Да что же можно, по идее, как-то утилизировать? Главная основная задача на данный момент это запустить ту здоровую хреновину фиолетовую, но там нужно много ресурсов, желательно солнечной батареи. Прям большие солнечные батареи надо поставить, тогда будет добро. Так, берем. Эй, ты чё, мистер? Октава, октава. Привет, красный Ниянья.
Раз. Кстати, да, красный костюм. Можно же его и того это поменять потом. Это прикольно. Так, алюмишка, заправляем. Делаем 4 штуки. Октава. Амагус. А остальное? Остальное. Мы пихаем на себя и будем укладывать где-нибудь. Ну, либо рядом, там, я не знаю. Так, все, телега свободна. У нас вот здесь два склада. Даже они пустые почти. Вот сейчас мы их и загрузим. Алюмихой. Ну как, это будущий алюминий. Не знаю, может быть, лотерит понадобится еще в чистом виде. Чуть попозже. Лена его знает. Так. Я думаю, надо, слазить еще раз в этот. Амонкаус. Я думаю, слазить еще раз в пещеру. Или же все-таки мутить. Подожди, На 4 запуска. Мне даже движок делать не надо. Мне достаточно просто взять и замутить платформу. Как-то так я взял и забыл про двигатель. Ну давай, пускай тут лежит, надо за это помнить. Я думал, надо мутить движок. Так, место приземления. Керамика и алюминий. Короче говоря, одну алюмишку забираем и две керамики. Подожди. Октава. Папочка, привет, Макс, привет, не могу сказать, что вы не я, а Ашхч Гагаокрншалоу. Тебя пробило, что ли, Октал? Так, ну все, на лимиху он тут сложил. Керамики надо два, да, по-моему, алюминий один. Вольфрам, медь. Где керамика? Вот так. Или их две надо? Октава. Нет. Нет, не пробило тебя. Ну, смотри. Варца, Мони, подожди, а где керамика-то вся? Керамика из глины, это понятно. Давай не будем, наверное, копать. Мы сейчас сюда глину зарядим. Аммоний, соединение смола, органика, глина. Я глина. Просто хочу посмотреть на твою реакцию. Моя реакция будет проста. Будешь писать чушь, я тебя просто ёбну бандой и все. Вот тебе все реакции. Больше ты сюда никогда не зайдешь. Так, ну все вроде. Да, почва. Давай, 6 глины. Кстати, ее до хрена тут выйдет. Октава. Нет. Ну, нет, это уже мне решать. Октава. Только нет. Пока можно подождать, пока глина мутится. Октава. Надо. На 4 полета, короче говоря, одного движка хватает. Но, в принципе, это много. Все равно туда-сюда придется по планетам летать. Так что. Давай, глину. Забираем. Это где ты нашел?
что я нашел. Блин, места не хватает. Ладно, пускай тут будет. Эту игру. В Steam. Берешь, заходишь в Steam, а там она есть. Ладно, глина точно в чистом виде мне не понадобится. Сразу ее забодяжим в керамику. Октава. Понял. Итак. Место приземления. Ну, допустим, мы замутим. Движок есть. На другой-то планете, вот я не знаю. Наверное, просто надо будет там разместить место приземления, и можно оттуда убираться, по идее. Не вижу смысла там дыбать еще, собирать довольно-таки опасный ресурс. Какой же там литий я, по-моему, собирал? Нет, вольфрам. Да его и тут, в принципе, хватает. Вон вольфрама сколько. Или набрать, Октава. Пока я там нахожусь. Я удалил этот ответ. Октава. Теперь. Ладно, погнали. Место приземления сделаем. Место приземления. Керамика или мишка? Все, мутим. Пока делается. Можно сгонять, короче говоря, еще раз. Можно сгонять еще раз в ту пещеру. Угу. Упаковщики. Октава. По Майнкрафту погнали. Парочку упаковщиков бы надо, я думаю, собрать. Но для этого нам нужна... я забыл, какой ресурс-то. Где-то он тут находится. Вот он. Я забыл, как он называется, что это такое. Октава. Простите. Графит. О, графита нужно, короче. Чем графита просто. Нет, не то. Это медь. Медь не надо. Вот, еще графит. Кстати, а что вот такие валуны не переработать никак? Блин, медь собирается. Что-то графита тут небогато как-то. Эй. Энергия. Октава. Да нет. Почему энергия кончилась? Артём Гордеев. Здравствуйте. Что тут происходит? Здорово, Тём. Еще раз. Чё, надо, короче, мне тут сделать место приземления, упаковать все это в коробочки, залезть в ракету и долбануть на следующую планету. Но перед этим, я думаю, еще сползать в одну пещерку, где посмотреть каких-нибудь ресурсов. Задача игры такова, что ты должен шакалить по планетам и собирать всякую херню, чтобы строить всякую херню. О, графит. Октава. Не повезло. Сейчас все будет. Вот он. И графит нарыл. Артём Гордеев. Тачка крутая. Тут тачки можно, кстати, много разных делать тачек. Пока себе только баги и трактор замутил. Но если я вот
все условия задачи выполнят, то мне дадут еще этот прикол. Какой-то вездеход здоровенный. Повезло, повезло. Так, у меня графита 4 штуки. Как раз давай, упаковщик сейчас сделаем. Рано, почему у меня энергия вдруг заканчивается? Тихо. Я, короче, сделал вот этот баги, Тёма, если ты тут еще. Сделал баги, короче, видишь, солнечной батареей. Тут главное для каждого транспорта, чтобы у него было автономное, короче говоря, этот, какого, энергопотребление. Чтобы... Я не знаю. Можно на генераторах кататься, на ветровых пушках, ну, типа ветряных мельницах, и либо на этих, как, ну, генераторы из органики делать. Вот такие дела. Так, упаковщик, давай. Сделаю, наверное, 4 штучки. Октава, Октава, почему так быстро заканчивается энергия? Я не знаю, Октава, раньше вроде с этим проблем не было. По крайней мере, я не замечал. Вот эти вот желтые полоски, это моя энергия. Ну, в принципе, вообще моего комбинезона ресурса, короче говоря. То есть, с помощью этой энергии я могу бурить землю. Кстати, вольфрамит еще он тут торчит. Бурить землю, это делать это всякую дичь, да, и так далее. Надо вольфрамит этот выложить. Чтобы лишнего не собирать на планете. Октава, Октава. Понял, спасибо. Тут вот до хрена, в принципе. Модификация бура, модификация ускорения. Вот сюда еще что-то можно, да, по-моему, воткнуть. Пятым ресурсом. Так, ладно. Есть телеги, есть до хрена упаковщиков. Погнали, короче говоря, на тракторе. Погоняем. И захерачим как можно больше чего-нибудь полезного поискать. Можно, в принципе, вообще по всей планете покататься. Но меня больше интересуют вот именно минеральные камни. Минеральные камни меня больше интересуют, которые только в глубине. В глубине планеты находятся. Чем дальше зарываешься, тем глубже зарываешься. Тем более ценнее камень. Фишка же больше ресурсов с него получить. На самой поверхности планеты тут лежат камни не очень ценные, как бы у них там есть небольшие вкрапления. На деревьях орехи растут, но тоже не очень. Октава, Октава. Toyota гибрид, она из 2012. Чего? Чего, блядь? Я не понимаю, о чем так. Так. Упаковщики тут. Так, тут у нас опоры. Опор маловато. Давай-ка. Кислородные опоры мы еще сюда возьмем. Цель, короче говоря, найти большие крупные камни для переработки. Ну и, возможно, что-то упаковать полезное. Типа разбитой там какой-нибудь световой панели, солнечной панели. Октава, Октава. Что там в этом роде? Гибрид, знаешь. Нет, я не знаю Toyota гибрид. Гибрид с чем? Так. Пойдем, наверное. Да вот куда-нибудь вот сюда и попробуем пойти. Бля. Главное не упасть. Не, это очень глубоко. Октава, Октава. Мы ее купили. Молодцы. Помидоры, огурцы. Нет. Не сюда, короче. Да, мне... Мне потом подняться будет, не вариант. А хотелось бы вот прям пониже спуститься, кстати. Кстати, вот. Октава, Октава.
Она стоит 6785. Тут же чем ценнее, Артём Горбун, чем ниже опускается. Игра не для тех, кто на работе полезные ископаемые добывает. Типа с работы до дому? Чтобы Максим, одним тем же не заниматься. Он тебе про Toyota Prius рассказывает. Я не в курсе, что за Toyota, я не понимаю, что это. Она типа на бензине и на чё, на керосине, блядь, работает. Я понимаю, что это гибридная тачка. Да что это? С электричеством она помешана. Или что? Тихо. Так, стоямба. И почему ты не Халк? Ну, поковырялся с настройками. Баланс белого, вся херня, ну короче. Октава. Поплясал. Она сама занижается сама. Поплясал с бубном. Чтобы поднастроить. Вроде получилось. Так. Да ладно, у меня уже опоры кончились. Да вы что, издеваетесь? Только еще за кислородом пиздовать. Но, как октава, вариант, октава. Как вариант, когда надо вот. Пускаю, что занижается. Надо вот сюда. А, твою мать! Твою. А, стой. Куда я упал? Бля, жесть. Сильно долбанулся. И мне надо сейчас резко подниматься. Давай-ка. Будем менять ландшафт вручную. Так. Стоять. Угу. Но уже лучше. Кислорода, в принципе, мне еще достаточно. Давай мы вот здесь нарастим. А, побольше, чтобы я спокойно мог. Не деформируясь. О-о-о. ДМБ. Да-да-да. Будем менять ландшафт вручную. Тихо. Здесь вот подрежем чуть-чуть. Все, я, кажется, воздух отсыпанул. Так, давай-ка выровняем все это дело. И здесь добавим. Все. Октава. С. Ай, тихо. Ну куда? Что за слалом? Ладно. Приблизительно я понял. Как тут спускаться, надо возвращаться, делать опоры. И здесь внизу бегать, короче, в поисках драгоценных камней. Куда идти-то? Октава. Пока. Давай, счастливо. Я потерялся, кажется. Тут у нас рабочий фонарь. Давай его с собой возьмем. Оп, и фонарик есть. Фонарик это, конечно, хорошо. Но... Октава. Я так больше не да. Надо, короче говоря, вернуться назад на базу. Точнее, не на базу, а... Ближе к выходу, тут кислород, я знаю, октава. Залежи имеется. Залежи кислорода, это где-то вот тут. Угу. Блин, столько ходов тут понаделал, вот он. Стой. Сейчас мы Валерой, тихо. Сейчас мы Валерой тут ресурсы подрежем. Почему тут кислород называется соединением? Так, ну опорок 10. Все, делаем опоры, короче. Не вижу ни хрена. Так, вот это лично. Тихо. Да что ж ты? Что ж ты, старичок? Нет, то, что у тебя торчит уже, короче говоря, в пушке, то уже не вытащить. Так, упаковщик нет, малый принтер нет, топоры. Вот.
Все, две пачки опор имеется. Блин, вот это жалко. Подожди. А если мы на Валеру поставим? Ой, на Валеру ништяк. На Валеру есть. Так что Валера у нас, короче, будет с подсветочкой. А на рюкзак мы вхерачим опоры. Пиза и бомба. Так, куда-то я сюда шел, по-моему. Да? Здесь я сделал. Воду себе. Да я тебя. Чё-то все равно как-то я не очень аккуратно это все сделал. Хреновый такой спуск. Небезопасный, короче говоря. Можно хорошенько тут пиздануться. Тоже вот я не знаю, какой ему, какой у него предел полета, ну, в смысле, сколько он может пролететь с горы, чтобы подохнуть. Ну, так, допустим. Чуть-чуть подровнять. Подровнял, блядь. Ну, кто-то в этом роде пойдет. Дизайн ландшафта, короче, мне не учили. Так что вот. Так, там смола, по-моему, вот я вижу. По крайней мере, тут встречались только зеленые камни и синие. Фиолетовые, по-моему, тоже. Это не точно. О, вот тебе и пожалуйста, вот он один. Уже торчит во все. Так, как к этому малышу мне подобраться? Угу, вот она подстава тут. Тут главное не забывать про кислород. Это важный очень ресурс, потому что если у тебя кислорода закончилась, а? Вот это пиздец. Так. Меняем ландшафт снова. Съел. Дальше. Это хороший камушек. Так, и как тут забраться бы нормально? Бля, приходится вам вход, походу, херачить. Тут на одной планете, блин, столько ресурсов. Ну, как бы они хоть и одинаковые, но как бы их очень дохрена. Как залежи, короче говоря, там, латерита, залежи сполиита, аммоний и так далее. Всякой дичи. Только собирай. Но, чтоб ты не заскучал, тебя отправляют на другую планету. Чтоб ты еще другие ресурсы собирал. Вот мне там, допустим, в скором времени надо строить химлабораторию, и там тоже прилично надо будет собирать всякой хрени. Вот. Ближайшее это... Ну, был вольфрама, я уже набрал себе от души. Сейчас надо будет там лития нахапать. Это уже на третьей планете. На ней я смотрел, там уже посложнее. Там уже ветер, по-моему, гораздо сильнее. Что-то вроде как с гравитацией какие-то фишки. Или просто сильный ветер. Но вот на второй планете мне уже, допустим, цветы, которые тебя жрут, уже не устраивают особо. То есть ты, блин, от одного цветочка можешь подохнуть. Плюс еще этот вольфрам, блин, попробуй собери. Эту. Ёб твою мать, красотища какая! Артём Гордеев поддержал нас, старуп, и сказал на буровой станок и взрывчатку.
Вот, кстати, спасибо тебе. Спасибо за поддержку. Тут есть буровой станок. Тут можно делать, короче говоря, манипулятор с рукой, буровую установку, бур сам, короче говоря, и все это по отдельности. То есть ты можешь вот этот трактор, допустим, да, только там большую такую, большая такая хрень дается, и ты его можешь как конструктор собирать, короче, плюс еще с этим, с автономным движком, короче, чтобы он постоянно у тебя работал. И просто езжай, бури, как сколько влезет, как бы. Вот в этом, как бы, и заключается прикол. Вот когда я, по-моему, построил на другой планете средства для приземления, то тогда должны мне дать вот эту вот вагонетку. И к этой вагонетке я уже могу всякие штуки приспандорить. А там есть и буры, и так далее, как бы. Там, по-моему, даже что-то около экскаватора можно собрать своего. То ли экскаватор, то ли кран, какую-то хрень вот такую. Вот развлечение очень дохрена в этом плане, как бы, только мути, короче. Мути, изучай, как говорится. Никто не мешает. Это такая, знаешь, песочница неспешная. Сидишь себе, ковыряешься, копаешь песочек. Главное, не подохнуть. Так. По-моему, я сюда спускался. Ну да. Блин, я думаю, что бы такого оставить, чтобы я знал то, что мне именно сюда. Бля, там грибы ядовитые. Ладно. Тихо. Вот, сейчас он долбанулся хорошо. Чуть не подох. Потому что у нас вот здесь, наверное, мешается. Сильно падает он. Здесь можно нарастить. Бля, в трейлере игры довольно-таки клево тут показывали, как они тут быстренько все эти ландшафты меняют. Вот у меня такого не получается пока. Ну, как-то так, наверное, да? Вообще, можно, по идее, психануть, короче, схватить динамитовую шашку и нормально подорвать тут все к ебеням собачьим. И потом просто зайти и собрать ресурсов, какие надо. Но я сейчас пока в этом, как бы, дерьме особо-то не нуждаюсь. Ресурсы есть. Я вот еще отдельно настоящие камни, с которых дают вот эти вот байты. Байты нужны для изучения. Вот гидравлический джетпак. То есть, чтобы ты себе ранее за спиной имел и мог пиу-пиу-пиу по планете перелетать. Штука прикольная, но мне сейчас пока не до этого. Малая камера. Манифигация, бура. Тут очень много всего. Платформа. Планетоход, вот опять же. Средний планетоход, кран. Большой туманный город. Вообще, блядь, я не знаю, что такое. Большой склад. Убежище. В общем, все по мере этого, по мере поступления, как говорится, будем решать проблемы. Тут, по-моему, сотни рецептов. Есть какой-то, я не знаю, роторный, не роторный, но экскаватор точно есть. Ну, типа, вот бурильная установка, там так и написано. Артем Гордеев. Есть роторный экскаватор? По-моему, есть просто бурильная установка. Ну, можно, в принципе, порыться. Я не знаю, здесь, не здесь. Убежище, автоэкстрактор. Это я не знаю, что это, по-моему, воздух перерабатывать. То есть из воздуха какие-то ресурсы вытягивать. Большой шреддер. Это, видимо, отсылка к черепашка-ниндзя. Солнечный массив. Это турбина. Ну вот, эти две турбины или солнечную тут и херню. Надо там по заданию, потом надо будет ставить. Сенсорная дуга, это все фигня. Это тут тоже пока я не знаю для чего. Платформа. Особо большой склад тоже не то. Большой планетоход. Дело в том, что вот место приземления, там та-та-та, шаттл средний, большой, маленький.
тут делаешь, допустим, планетоход, и на него ты можешь кучу обвесов повесить, там, автономную энергию, чтобы, там, допустим, не тратить органику для движения. Потом там фонарей там понавесить на него, еще какую-нибудь херню. Артем Гордеев. Гигантская пожиралка породы, такая с ковшами на большом колесе. Ну, тут вряд ли такое. Но, скорее всего, тут есть что-то подобное. Типа бурильного станка тут какой-то. Тут я видел то, что тут бурильный станок есть. Контейнер ресурсов, склад. Вот вагонетка. Нет, это легкий транспорт. Большая. Вот средний планетоход, по-моему. Кран. По-моему, ты на планетоход, короче, вешаешь. Полевое убежище не то. Авторука. Максим, чуется, буря пришел. Так, что это? Высокая платформа. Трактор? Нет, трактор я уже делал, прицеп тоже. Подъемник вот есть. Пока не знаю для чего. Укладчик. Предмет для раскопок. Прикрепите к планетоходу для создания дорог, где это необходимо. То есть ты себе даже дороги тут можешь прокладывать, чтобы шустрее было. Допустим, с поверхности сразу же заебенится вглубь, там, я не знаю, до мантии, блядь, дорыться. Кстати, тут есть какая-то фишка, то что в центре Земли, в каждой планете, из которых тут их 9, есть какой-то определенный ресурс или что-то такое, то что надо выставить их в ряд, и тогда игра будет пройдена. Как-то вот так, что-то такое я читал вот в описании. Вот, мощность бура. Вот они, буры пошли. Это для планетохода все. Разные мощности. Вот, движок на твердом топливе. И так далее. И отсюда не ухожу. Малый принтер, упаковщик, опоры. В общем, всякая дичь. Всякая дичь, только изучай. Но чтобы это все дело изучать, нужны ресурсы. В виде вот этих камней, в виде байтов. И вот такие байты, вот допустим, ты его сканируешь, хлоп, 60 байтов, хлоп, еще 60 байтов. Но с камня, с одного, ты получаешь 1000 с чем-то байтов. А опоры нужны вот эти вот, для того, чтобы у тебя воздух, то есть у тебя воздух идет от этого, от поверхности, по-моему, у тебя идет по этим, как по трубкам, короче. Кислород закончился. Ну, вот у меня тут небольшой запас. Вот это вот синяя шкала. И вот здесь еще есть. Кислород закончился, то би пизда. Поэтому тут единственное, зачем надо следить, чтобы у тебя вот эти вот опоры были соединены между собой. Кислород, мать его, не кончался. Если ты падаешь тоже низко, он может разбиться. Это во-первых. А во-вторых, он еще может этот какой. Ты можешь, пока строишь вот эти вот подъем вверх, там, да, ну, как правило, если ты падаешь вниз, блядь, естественно, тебе надо подъем наверх строить. Пока ты строишь, у тебя просто, блядь, воздух закончится и все. Так. У меня, блядь, уже опоры закончились. Ладно. Давай-ка сюда по-быстрому сбегаем. С Валерой наперевес, чтобы винее было. Вот он и камушек. Стоять. Там какая-то падла у меня чихнула. Я не знаю, что это такое, надо сюда валить.
тут нет таких монстров, там нету паукообразных каких-нибудь ублюдин, которые тебя там за ногу схватят. Но тут есть агрессивные цветы. Цветы, растения, короче, флора, блядь, и фауна. На последующих планетах, там, допустим, тебя, ну, тебе нужна там, как в этом фильме «Дюна», допустим, у тебя грядет там песчаная буря, ты должен, блядь, просто, не знаю, за 2-3 секунды себе там дырку какую-нибудь прорубить, чтобы заныкаться от этой песчаной бури, иначе тебе пиздец, короче. Ну, то есть, довольно-таки интересно сделано тем, что на разных планетах, как бы, у тебя разные, скажем так, условия проживания. Надо побыстрее перемещаться. Сейчас с этим камнем, блядь, 10 лет буду идти. Так, на вагонетках у меня помещается 3 камня, не больше. Это все, что я могу с собой увезти. И плюс еще в упаковщик можно 4 штуки запихать каких-нибудь, ну, либо уже изготовленных там найденных предметов, либо хотя бы металлолом. Что потом тоже на этом, на пункте объема можно на что-то полезное обменять. В принципе, в прошлый раз неплохо насыпали, там и динамита дали, и всякую херню еще. Так что, если резон по полной зарядить ту машину. По-любому тут будет задание сделать буровую установку. И, собственно, наверное, просверлить кому-нибудь мозг. Мозг планеты, допустим. Так, вот туда бы хотелось попасть, но, блядь, там очень опасно. Я там просто уже один раз подох, кажется. Кажется, там я подох. Тут у нас ничего такого. Ну-ка, где Валера? Бля, и хочется и Коле здесь. Ну давай рубанем. Вот так, допустим. Чем мы тут? Эй, нахрен ты роешь? Тихо, тихо. Причем, блин, роет он гораздо быстрее с модификацией бура, чем этот, чем наращивает. Это странно. Ну давай вот так вот. Хватит подняться. Да хорош. Там сталактитик этот ебанет. Он что там не нравится. О, энергия кончилась. Так. Погоди, я совсем забыл про кислород. Кислороду бы. Воздуху. Сейчас опять нужно парочку, наверное, упаковок опор забацать. Сейчас мы вот здесь прокопаемся. Хорошо, что тут, когда роешь, допустим, у тебя нет, не обрушается вся, это как, вся пещера. Значит, можно было бы себя завалить, и было бы вообще трудно. Так, ну все, хорошо. Давай-ка мы опор. Вот заодно такое соединение кислородное. Ты можешь сделать, по-моему, 11 опор я насчитывал. Ну. Неплохо, чё. Если, конечно, ими особо не спамить, то хватает нормально. Так. Пойдем туда еще, наверное, сходим.
Что-то мне сдается, то что там можно хорошенько тихо. Можно там хорошенько, хорошенько надыбать камней полезных. Еще один как минимум нужно. Плюс еще всякой дичи можно насобирать. Тут чуть было не было. Вот это дело надо точно закопать. Иначе я потом могу ебануться прямо в эту дыру. Тихо. Чик. Все. Нормально. Нормально. Где в эту сторону сходить? Все такое вкусное. Ну пойдем. Куда-нибудь. Сюда. Бля, можно так-то и вот сюда спуститься. Камушки поблизости. Нужны камушки. Да погнали, чё. Вообще, похуй. Так. Просто какое-то углубление, да? Ну-ка, прорыть. Даже близко никакой пещеры нету. Ну, значит, пойдем туда, где хотя бы что-то видно. Вот эти штуки еще взрываются, я помню. Грибы. Ну тебе, пожалуйста. А, генератор какой-то, да, по-моему? Сейчас мы его уконтрапупим. Или это? А, это все, это уже просто обломки. Давай почистим. Все равно собирать. Че, мы упаковщика на него долбанем? Упаковщика долбанем. Давай, овощи. Чпок. Потом Валера мешает. Стой. Что это? Там какой-то ресурс лежит. Углерод. Ну, спасибо, не надо. Углерод можно и так надыбать. Чпок. Сейчас мы это по рюкзакам похаваем. Так, эти обломки в принципе не особо надо, но я бы еще что-нибудь парочку бы подрезал. Ой, хрена, тут что лежит? Бля, что есть? Тут, блядь, какая-то база вообще. Скотобаза, опора. Ну, возьмем, что. Все равно кончается. Делать не надо будет. Алюмишка, сфолиит. Средний генератор. Это очень заебсон. А тут просто обломки. Выключить. Ну ладно. А на рюкзак, наверное, я его не смогу себе поместить, да? Ну да, блин, размечтался. Целый. Я в руках такой. Я вот только в руки могу захерачить. Так, главное не это. Не забудь, где у тебя мутор. А где у меня этот, как, где у меня полезный. А, ну она синяя, короче. А другое будет желтое. То, что нельзя, короче, использовать уже.
Так, ну и давай здесь, наверное, вот эту вот хрень соберем. Или вот эту большую. Да, вот эту большую. Смотаем. Да нет, тоже ресурсов должны много дать. Сейчас я ближе к выходу, куда отволоку. Я думал, упаковщики, в принципе, бесполезная хрень, а потом посмотрел то, что, ну, как бы, они рандомно, причем как-то ресурсы за это все дело присылают. Что, есть резон собирать подобные вещи. Когда передвигаешься по этим упорам, сразу какая-то сказка вспоминается, то, что там клубок разматывался, и дорогу, чтобы найти, можно было. Сразу поворачиваешь вот сюда. И вот сюда. Здесь мы его сейчас бросим. Пускай лежит. Вернемся назад, поищем какую-нибудь каменюку. Одна эта ячейка еще свободная остается. Ну, ладно, все равно графита у меня с собой нету, упаковщика больше не сделать. Так что придется только камень искать. Больше тут ничего, в принципе, не сделаешь пока. Между столбов тут носишься, ну, как этот. Так, таямба. Главное не прерывать подачу кислорода. Ты в какую бы сторону-то сбегать? Пойдем, пойдем так. Что-то давненько ко мне не стучал. Вот. Отлично. Вот и камушек. Иди-ка сюда. Роднули. Там какой-то просвет имеется. Возможно, это конец пещеры. Ну и так уже полно всяких хрени набрал, так что не будем жадничать. Тут еще находиться придется до хрена. Сюда бы какой-нибудь, я не знаю, в натуре машинку бы, чтобы побыстрее перемещаться. Большие участки приходится прям под землей преодолевать. С неровными вот такими вот рельефами и так далее. А так бы на тачку погрузил, и она чик-чик, вмиг бы все доставила. Кстати, я вот этот чемодан здоровенный про, а у меня же там места походу не хватит. Трактор-то не резиновый. Ладно, посмотрим. Хреново, что большие чемоданы на спину не помещаются. Это на поверхности ночь началась. Ну да. Такие звезды странные, треугольные. Видимо, у разраба другое понятие. По геометрии. Так. За большим чемоданом придется возвращаться. Давай его хотя бы вытащим на поверхность.
Сейчас поставим, короче, обрабатываться камень. И погнали. Так, я запутался. И погнали на другую планету, короче. Там, где практически ни хрена не изучен. Хотя, в принципе, зачем мне именно на Дизола ехать, если можно дернуть на третью планету, там набрать лития. Набрать там лития и также построить... как его, эту хрень-то, блядь? Место приземления его. То есть, получается, зачем мне лететь на вторую планету, если можно сразу же на третью дернуть? Правильно? Потому что мне и на третью придется тоже летать. На второй у меня в планете, по-моему, маленькое убежище только стоит и все. Больше ничего такого нету. Никак, блин. Положить его, сука, некуда. Он упадет. Ладно. Ехать тут недолго. Генератор маленько посаживается. Че, ветра типа нету? Надо посмотреть, как средний генератор работает. Сколько он дает энергии и сколько нужно органики для него. Если, конечно, вообще для него органика нужна. Может, его можно и, блядь, почвой топить. Почвы тут, как видимо, до хера. Только копай. Там как раз уже все обработалось. Один вот сюда заряжаем. И два сразу же кинем. Можно, конечно, блин, запариться, и чтобы у тебя рука, манипулятор, автоматически эти камни брала с пола. А что-то так впадло это автоматизировать. Это, в принципе, не очень-то обязательно. Средняя солнечная панель. Я ее хочу вон туда отволочь. На основное задание. Пригодится. Все тут пригодится. Но как мне говорили, то что тут надо очень дохрена энергии для фиолетовой темы. Но ее надо один раз только заполнить, как батарейку, как аккумулятор. Один раз ее забить, как бы, и все, и задание выполнено. Так, вот это мы сейчас дело заправим. Да. Сюда одна штучка влезет. Вот это мы здесь бросим. Средний генератор. Один тут валяется, пригодится по-любому. Главное не забыть просто то, что он существует тут. Пилить, да, вот это вот удобное для меня, по крайней мере, то, что я более-менее вот в этой пещере освоился, вот пилить до нее далековато. Тут рядом тоже есть пещеры, но они что-то вот, блин, у них спуск такой пососный. Можно очень быстренько подохнуть. Они наверняка тоже себе и там имеют, блин, куча, большую систему пещер там и так далее, там, в которых, блин, дохрена ресурсов и всякие ништяки только собирай, но... Это же надо, блядь,
мутить прямо подход к ним. Потом, возможно, когда я там придрачусь уже дороги делать, тогда уже можно тут конкретно такую прямую линию, блядь, захерачить, чтобы спокойно взять, доехать. Не по колдоёбинам. Что тут еще валяется? Что это такое? Удлинители? Да нет. Не срались они мне. Давай чуть-чуть проедем еще вперед. Попробую вот так вот, короче говоря, объехать. Может быть, здесь камни найдутся. Пусть не такие драгоценные, но... Немножко в объезд, короче, базы захерачат по правой стороне. Глядишь, что-нибудь наковыряется. Благо, что есть этот, как он... Спутник, не спутник. Как это? Компас. Компас есть. Или компас. Вот. Ну, за такой, по-моему, что-то 900 накидывают. Или 900, или 700 байтов. Ну, не очень ценный, но полезная хреновина. Так, а тут у нас что? Ветряная, по-моему, да, пушка? А тут все раздолбано. Нет, мало ветротурбина есть. Давай-ка мы ее чемодан погрузим к себе, пригодится. Вот такие две ветротурбины поставить нормально. Так, компас, примерно вот так поедем. Сейчас вот эту горку объехать. Трактор кто-то бросил. Пиздос. А на чем он катался? Фильтры кислорода. А зачем эти фильтры нужны? Я пока их ничего не встречал, как бы. Ну-ка, попользуй. Я их могу? Я не знаю пока для чего это. Вот, допустим, ветер начинается. Нет? Я не знаю, что за хрень, короче. Возможно, это важно. Колесо, всякая хуйня. Вон там камень. Артём Гордеев. Маргулис, ты во сколько закругляешься? Мы к одному желто-синему пойдем в 7 где-то, если чё. Во сколько? Где-то в 7. Но я до 10 планировал полобать. А то у меня как-то по астрониру короткие стримы в последнее время выходили. Но если желто-синий после 10 будет еще гостей принимать, то я зайду. А то как так-то? Давно не виделись. Чик. Так. Компас. Главное, камень не просрать. Да не по-любому здесь не заныкан. Гадом буду. А что я ищу-то? Все, мне уже домой пора. У меня уже это какого? У меня уже лимит. Хреново, то, что тут длинный паровоз нельзя построить. Знаешь, там, допустим, 4, там, 5 тележек подряд. Артём Гордеев. Еще один короткий, а там длинных наделаешь. Я насчет до 22 не уверен. Ладно, посмотрим. Короче, вы все, да, собираетесь? Я понял. Бля, вот еще камень. Вон еще один камень. Только собирай. Вот еще третий, четвертый, вон вижу.
Они прям тут рядышком. Пиздец. Кстати. Это дело надо... Я застрял. Ватсон, я застрял. Блять. Так неохота вылезать. Я так удобно сидел на этой... На этой бибике. Артём Гордеев. Прикольный луноход. Это так-то почему-то здесь называется. Так, я уже дырку успел прокопать. Давай вот так. Все, поехали. Мне нравится то, что я тут автономный источник питания, как бы. То есть у меня спереди маленькая батарейка, вот здесь торчит на сколько тут, на 8 делений, и ветряная мельница. То есть я сколько бы ни ехал, пока у меня есть ветер, у меня всегда заполнена батарея. Так, вот там еще. Что она энергию потребляет? Погоди-ка. Прокатит, если я сюда ветряную пушку вхерачу. Ну-ка. Нет, видно. Хотя подожди, ее можно соединить. Сейчас все будет. Сейчас мы ее скроем нахуй. Коробочку. Оп. Че, не крутимся? Володя, ты че нахуй? Володя, мы рассчитываем на тебя. Че она не крутится? Ну крутись, блядь. Ну давай тогда вот так сделаем. Сейчас мы туда и батарею припиздячим. Подожди, вон она поехала, да? Поехала. Вот, отлично. То есть ветряная мельница даже и то полезная. Так, блядь. Так. Что тут? Ага. Дай вытащить. Ну так. Нормально. Короче, я зарядился по полной программе всякими ништяками. Возвращаем на базу. Причем существуют же некоторые планеты, там где солнца практически не бывает вообще. Либо там, ну, есть еще планеты, где ветра вообще нету. То есть это тоже херню надо учитывать. Тихо. Короче, надо запомнить, просто по прямой вот в ту степь. То есть относительно елок, короче говоря. И будет счастье. Погнали. Эй, иди сюда. Чё ты не берешь в руки-то? О. Он так быстрее бегает чуть-чуть. Я потихоньку все источники энергии собираю, чтобы потом их оттащить на одну здоровую хреновину и их выставить в ряд. А есть планеты, где тебя после семи ждут? Есть планета, где называется «В гостях у хохла». Планета с алкогольной зависимостью. Ты туда прилетаешь, у тебя сразу же бадун начинается и подобная хрень, короче. Там еще гравитация, говорят, хуевая. Так, ну это вот еботина уже, в принципе, вся полностью заряжена. Сейчас мы сюда этот чемодан большой запихаем. Иди-ка сюда. Мишань. Максим, мерзкая планета. Планета Бадуняка.
все. Короче. Максим, явно не по мне. Ценность груза 1000. Стать зеленее. Короче, вот палитру тут дают этот. Вообще, нормально. Что-то мне за это дело дадут. Когда-нибудь. Ракета улетела. Он обещал вернуться. Так, вот это дело. Говорят, то, что с него много ресурсов падает. Когда отдельно. Артём Гордеев. В Ютубе нельзя говорить слово на ха, если сам не ха. Что имеется в виду, сам не ха или ха? Так, вот одна опора, это что-то, блин, такое место занимает. Вот, ракета прилетела. Ну и что мне тут вкусного привезли? Артём Гордеев. Это не политкорректно. А. Ты про желто-синий? Тут YouTube даже... Я слышал то, что хреново продвигает, если у тебя в видео написано... Название видео указано, то, что там убийство, убить, что-то такое. YouTube, короче, начинает уже волноваться по этому поводу. То есть раньше все на Twitch пальцем указывали, то, что ха-ха, ёбаный Twitch. То, что ёбаный Twitch, там дохуя народу чего запрещает. А в итоге YouTube больше дураком оказался. Так. Короче, все. Надо ебашить на другую планету. Но только на совсем другое. Это у нас... Погоди. Как я такой здоровенный контейнер утащу? Я же его на ракету пришпандорить смогу, правильно? Или смогу? Эй. Подожди. Бросаю. Распаковать. Окей. А как мне это приклеить? Она должна прям прилепляться. Место приземления. Или я это должен добыть? Слушай, бля, я походу зря ресурсы посрал. И это надо было типа добывать на соседней планете. Либо с собой ресурсы тащить. Что, скорее всего, удобнее, блядь, сделать. Ёб твою мать. Что-то я не сообразил. Идите вы нахуй со своим местом приземления, блядь. Короче. А на другой планете я его не сделаю, потому что там надо как минимум большой принтер замутить, энергию для него замутить, еще и ресурсы туда приволочь. Вот, блять, пиздец, полный пиздец. Он же тоже в большую, да? Это большой принтер, он в большую коробку соберется. А тут никак, да? Вот ни хрена же нету. Погоди. Это яма. На ракету можно зацепить что-то? Коробки. Походу нет. Да чего ёбнутое задание, блядь, а? Оказывается, я думал, все, блин, гораздо проще. Разместите место приземления на другой планете. К
возьмем на руки, попробуем так в ракету залезть. Получится? Да. Хуй на нет. Надо или большой шаттл делать. Но там не факт, что возможно на этом большом шаттле большие коробки перетаскивать. Прям проблема какая-то, а? Так, по заданию, что тут еще значение? Напечатать им лабораторию. Где у нас хим-лаборатория? Байты позволяют, мы сейчас ее изучим. А, она изучена уже. Керамика, стекло, вольфрам. Все по одному. Сейчас мы напечатаем хим-лабораторию. Пока не знаю, короче. Что-то я разочаровался с этой идеей. Керамика, стекло, вольфрам. Где они тут? Стекло? Стекло. Движок я тоже выложу. Ну ёптить как он. Перевернул. Короче, у нас все коробочки будут тут валяться. Бесхозные, которые... Керамика, стекло, вольфрам. Здесь у нас керамика. И вольфрам. Вольфрам у нас просто с вольфрамита получается. Там его переплавим. Хорошо, когда все работает. Но так надо придумать, как. Как переместиться на другую планету со здоровенным ящиком за пазухой. Потому что некоторых ресурсов там просто нет, чтобы это приготовить. Ладно, может быть потом что-то дадут по... Тут не написано последовательность, тебе дают, не знаю, там 30-40 заданий подряд, и ты их как бы должен сделать, а в какой последовательности, хер его знает. Но дело в том, что не всегда это получается. Именно в нужном, в нужной последовательности это сделать. Вот вижу то, что могу сделать хим-лабораторию. Давай, пластик и резину попробуем замутить. Сейчас посмотрим, где она делается еще. Место приземления. Спасибо, не надо. Малый шаттл убежище. Чего вы мне мозги-то делаете? Вот здесь что ли химлаборатория мутить? Плавильная печь? Нет. Почва? Вот химлаборатория. Давай сделаем. Сейчас стопудово для нее еще понадобится большая вот платформа. И вообще надо подумать, где ее ставить. Пизду эту одну пору. Только место занимает. Да, надо большую опору мутить. До кучи. Хим-лаборатория, ну где-то вот кай тут, наверное, стоит. Мы так вот по цепочке будем их соединять. Как 3D принтер работает также. Давай. Здесь сейчас я поставим. Чпок. А, большая платформа. По-моему, здесь она мутится. А, нет, нет, нет. По-моему, вот уже вагонетка.
алюминий соединение. Ладно. Расширенная платформа. Это у нас... Нет, просто длинная, не то. Большая платформа. Три смолы. Да. И замутим, короче. Давай на баги сейчас сгоняем. Баги. Сейчас мы смолы где-нибудь нарубим по-быстренькому. Че там уронил? Блять. Баги шустрый, и он начинает это врезаться во все что угодно. Где-то вот в этой степи, по-моему, да? Смолы до хрена. Нет, там соединение. Давай, соединение тоже пригодится. Нахрена мне эта органика ваша? Ладно, одно соединение и пойдет назад. Сейчас попробую по прямой. Вот здесь, по-моему, где-то была смола. Это аммоний. Тут кислород. Помню, что вот где-то прям возле горы какой-то было до хрена смолы. Только собирай. Ну нет, я не знаю. Походу я что-то путаю. Эй! Какие-то ебеня вообще уехал. Бля, смола, это ж такой простой ресурс. Дайте мне его побыстренько. Да беда. Беда разрушения. Кстати, вот надо запомнить, что тут камень есть. Эй-эй-эй-эй-эй. Че? Баги не перевернул. Я думал, все. Вот хотя бы тут смола. Вместе с растениями какими-то опасными. Кстати, ее три надо. Раз. Давай я тут копнем. Что-то пооткрывалось. Давай. Оп. Три смолы достаточно. Пролетел на вылет как. Там, по-моему, платформа-то побольше, то, что показывалось. Я, кстати, потерялся. О. Там платформа побольше показывалась у транспортного какого-то там. То ли вагонетка, по-моему, писали. По-моему, с вагонетки можно что-то придумать такое. Не знаю, может быть, бур какой-то с нее сделать. Блять, вон смола валяется. Либо дернуть сейчас на другую планету. Сейчас после химлаборатории. Посмотрим, что дадут. Попробую слинять на другую планету и там литий поискать. Литий тоже нужен. Три смолы, и нам их нужно заправить, эти три смолы, вот сюда. Большая платформа. Давай.
Чпок, чпок. А баги у меня, получается, работает, да, на световой батарее. Литий тут надо, Тём, по заданию. Артём Гордеев. Литий для Приуса. О, тут ищем литий задание. Соберите 3 лития. Для изготовления больших батарей нужен литий с Визании или Новуса. Вот мы сейчас, короче говоря, в рюкзак запихнем вот этот движок на твердом топливе, на всякий случай. Потому что я могу же не вернуться, и мне тогда пиздец будет. Вот. Движок запихаю в рюкзак и погнали за литием. Смотреть, что там можно сделать. Кстати, планеты. Сильва, это вот я сейчас нахожусь на Сильва. Дизола. Вольфрамит, сфалеит. Тун-тун-тун. Тут, в принципе, ничего, кроме вольфрамита и сфалеита, нету. Малахит, вольфрамит. Нет. Эй, что выключилось? Дизола, калидор. Калидор. Лизетка в калидоре. Вязание. Вот он, литий. Найденный в пещерах. Титанит тут еще есть, но пока я не знаю, зачем. Ветренность тут высокая и солнечность низкая. Плотная атмосфера, богатый и необычный ландшафт, опасности средние. Газы, водород, аргон, азот. Вот, короче, на вязание надо. Калидор, резетка, детектив. Все. Распаковочка. Соединение питания. Оп. Когда вот эти всякие вещи распаковываются, в этом что-то есть зловещее. Такое ощущение, что тебя сейчас какую-то херью придавит. И ты будешь явно не в восторге. Я бы сюда, наверное, вот эту штучку поставил. Вот такую. Средний склад. О, места нет. Ладно. Пускай пока так будет, ничего страшного. Так, ну задание я выполнил. Все, где мои охуительные награды? Чтобы надо охуительнее другое было. Так, напечатать хил лабораторию. Готово. Изготовьте резину или пластик. Резина или пластик. Ресурсы. Пластик, вот, углерод и соединение. Пластик я смогу сделать. Резина, это органика и смола. Короче, углерод и соединение по одной штучке. И органику и смолу одну. Сейчас все будет. К тому же, соединение у меня одно есть. Да что ж. Вот так. Так, углерод, смолу одну нужно. Так, углерод, соединение, органика и смола. Органика у меня есть, соединение. Углерод я и так надыбаю через этот почва какой-то обрабатывающий станок, там, неважно. Надыбаю. Короче, все есть, кроме смолы. Кстати, хреново то, что ресурсы у каждой планеты, они, в принципе, и заканчиваются. У тебя нет восстановления, как бы. Чуть было не было.
у тебя не восстанавливается планета, допустим, если ты там немного смолы себе подрезал или соединение немного раскопал, как бы ты все уже, больше на этом месте ничего у тебя полезного не вырастет. То есть там, где раньше была курага, там теперь там больше не растет курага. Так, еще чуть-чуть. Ну. Все. Блин, иногда залежи смолы попадаются, но думаешь, хрен с ним, она везде встречается, как бы, и в рот его ебать. Потом найдут. А потом начинаешь по факту, блядь, искать. Ее довольно-таки мало. Я, наверное, потому что все в округе уже из смолы все выкопал. Поэтому кажется то, что ее нету. Хотя, если нормально, я думаю, копнуть там, где я уже копал, то можно найти еще до хрена. Вот опять же смола. Давай-ка остановимся, чтобы не бегать. Набрать, ну, побольше. Деревья, блядь, повыкачивать. Все. Че, больше нет смолы? Два деления. Подожди, третий набирается. Но я три набрал. Ну, а четыре что было. Все. Все, я отстал от этого места. Все там, перерыл, нахрен дырок понаделал. Все, поехали. Let's go. Вон там, кстати, еще у меня куча органики. Так, а как тут заказы делать? Угу. Резина. Органика и смола. Давай. Не знаю, сколько это по времени займет. Пусть делает. Здесь мы смолу оставить. Раз. Два. Углерод нужен. Достижение дали. Углерод у нас делается. Чего он там мутится? Чик. Чик. Смола, органика, глина, кварц, графит, аммоний, соединение. Подожди. По-моему, из аммония, что ли, углерод получается. Мне костюм дали. Какая такая будет? Мне вот этот нужен. Он прикольный. Так, ладно. Ресурсы. Углерод. Где углерод? Артем Гордеев. Из аммония азот, наверное. Сейчас посмотрим. Графит, блин, где-то что-то был. А это тин-тин-тин. Вот углерод. Очищенная органика. Все, я понял. Углерод из органики. Как раз-то валяется одна бесхозная.
органику пережигаешь, и получается углерод. По-моему, он даже где-то тут вот у меня был. Вот он. Можно было не делать, ну ладно. На органике тут и не проблема. Лично на этой планете вообще. Вон тут цветочков попилил, вот тебе органика. Что-то у меня так за спиной до хрена ресурсов лишних. Думаю, надо их как-то выложить. Глина лишняя. Где-то тут еще. Пускай валяется, короче. Вот это. Так, углерод и соединение. Сюда, по-моему, да, он углерод поставил. Давай. Это у нас резину сделал, да? Резину. Сложный ресурс. И заказываем у этого чувака пластик. Правильно? По заданию уже пластик надо сделать. Резину или пластик. А, или. Блин, я думал, два ресурса надо. Ладно, мы еще и пластик забацаем. Раз уж такая пьянка пошла. Пускай мутят. С меня не убудет, а резина и пластик, они в любом случае когда-нибудь пригодятся, так что... Ничего там страшного нету. Каким-то неизвестным мне образом, но я разложил вот эту петрушку. Хочешь типа так, хочешь это? Свернуть. Развернуть. Прикольно. Круто ее. А здесь вот нельзя. Потому что к питанию не подключены. Так, тут лишнего ничего нету. Мы с собой берем движок на всякий случай. Награды. 1000 байтов. Так, напечатать атмосферный конденсатор. Произвести полноценный газовый ресурс. Я пока не хочу с газами заморачиваться. Напердеть можно в банку, по-моему, всегда. Как бы. Давай литий соберем. Дернем на новую планету. Соберем литий. Вернемся обратно. Посмотрим, что можно с него сделать, как бы. Литий он всегда пригодится. Давай, запускаем это задание. 1000 байтов дадут. Все. Тут как раз пластик, да, готов. По идее, я вот делаю резину, пластик. Возможно, еще потом что-то можно будет сделать. Вот, даже его другую ячейку помещу, чтобы он был прям на виду. Чтобы потом вот такую вот здоровенную капсулу построить на другой планете. Возможно, так получится. Точно не знаю пока. Все, полетели, короче. Запустить на орбиту. Да. Требуется двигатель. Пойдем в маковку. То есть... Вот это уже утиль. А мы его сейчас в шредере сгнобим. Че, он просто так, что ли, будет валяться? Залезет? Сука. Типа большой шредер нужен? Вот падла. Ладно, я запомнил эту мразь. Конечно, можно взять, сделать упаковщик и потом запекать это дело через эту херню в шредер, но нахрена? Если можно просто выкинуть и все.
рассчитаны на 4 запуска. Все. Запустить на другую планету. Да? Смотрим ресурсы. Изола нет, коридор нет. Вот литий, вязание. Давай на вязание. Дизола, Артрокс, вязание. Далековато. Будет хреново, если там. Так, давай, надо приземляться. Будет хреново, если там не будет кислорода. Так, давай уменьшаем скорость. Чик. Приземлиться, так как уже забыл. Че, я приземлиться собираюсь. А, вот они. В таких кругах, короче, можно приземляться. Давай еще уменьшаем скорость. Чуть. Вон тут эта фиолетовая хреновина. Все, надеюсь, я сел. Здрасте, Настя. Ну я вижу хотя бы кислород, это уже хорошо. Тащим, короче, трубки. Бля, вот попадался. Придется опять менять ландшафт. Ну давай. Так, а литий у нас. Литий, по-моему, в пещерах, в самих пещерах находится. Коридор вязания. Литий найден в пещерах, да? Надо вглубь туда куда-то спускаться. Пор немножко осталось. Бля, я же могу тут просто не найти. Давай-ка мы здесь вот попробуем выровнять. Вот так. Упадет? Да, упадет. Ну-ка. Ладно. Все. Ништяк. Кислорода дайте еще побольше. Мало. Мало-мало. Тут еще гейзеры какие-то бьют, я смотрю. Бля, серьезно? 2 единицы кислорода? Вот что, блядь. Так, одно соединение есть. Энергия кончилась. Ошибись. Надо возвращаться. Вот, там это мне хрень это на меня охотится уже. Так, давай-ка отсюда мы потянем. А вот тут цветок, короче, на меня плюется, походу. Артём Гордеев. Я погнал. Хорошо, окей. Скоро подтянусь по. Чуть-чуть бы еще собрать. Блин, один раз вот, буквально. Вот он. Все. Тихо. Эти вот цветочки враждебные, что-то мне вообще не нравится.
Я не знаю, надо бы, по идее, пещеру какую-то искать, чтобы куда-то в нее там забуриться по-нормальному. Это значит, надо спускаться. Правильно? Принтер нет опоры. Ну, давай делаем. Ты чё? Чё он не хочет опоры-то делать? О. Пошла мазута. Энергии, короче, не хватает, я понял. Не, нужна конкретная шахта. По-моему, так. Нужна шахта, где я могу спуститься. Пошли дальше. Тут я не вижу просто шахты какой-нибудь подходящей. Илья Ночной Воинтель. Привет, вот лайк, бро. Желаю классного стрима. Спасибо. Спасибо за лайк. Ай-яй-яй. Так, меня тут растения атакуют вообще. Блин, они не дают спуститься. Мутант. Растения мутанты атакуют. Ну, давай что-нибудь посмотрим здесь. Может быть, какая-то пещера будет. Это у нас что? Подземный спуск, нет? Сейчас очень много опор уйдет только на то, что я ищу нормальный вход, подходящий для себя, по крайней мере. Давай попробуем тут немного спуститься. Че, как? Как он выглядит, интересно. Литий. Органика. Не то. Да-да-да-да-да. Я нахожусь вообще, я потерялся уже. Понятно. Не очень-то я себе место для приземления выбрал, я скажу. Надо где-то искать шахту. Вот только где? Очень бы пригодился здесь какой-нибудь вездеход, вот честно. Прям вообще улет был бы. Каждую планету просто по метру начинаешь исследовать. Тихо. Чуть было не было. Все вот в этих каньонах, короче, но как таковых шахт я пока вообще не вижу упор. Где спуститься-то можно? Давай попробуем в наглую прям зарыться здесь. Вау. Так, пока вот здесь поставлю опору, пока я еще живой. Глядишь, может быть, и найдется, да, что-то. Давай попробуем вот так просто прокопать себе ход.
именно побурить. Стоять. Бурить придется много. Главное аккуратно это делать. Блять, опять опоры кончились. Ждем, ждем, пока энергия не восстановится. Это она не очень активно это делает. Пока можно. Нет. Так, поравнять. Не очень опоры, все валяются. Вон. Особо не до красоты. По идее, теоретически, я должен куда-нибудь спуститься. Вполне нормально. То есть вот так мы идем. Чик-чик. Давай опору ставим. Да, их надо же еще сделать. Сразу надо две пачки забацать. Три единицы энергии стоит опоры замутить. Так. Здесь. Блять, энергии нету. Странно, раньше, по-моему, с энергией вообще никогда проблем не было. Может быть, типа то, что от убежища далеко, поэтому он мне мозги делает. Бляха, генератор себе мутить, честное слово. А как его, кстати? Фильтр кислорода. Нет, контейнер. Нет, тут мало генератор. А еще он. Соединение, да, по-моему? Только соединение. Как вариант. Можно сделать генератор, чтобы пошустрее себе энергию набирать. Очень быстро кончается. Кстати, посветлее стало, хотя бы более-менее можно разглядеть, что тут ближайшие. Какие-то домики, как будто. Не знаю. Давай, халявные штучки изучим. 46 байта. Ну, густо. А, ну тут... Тут по 3 уже. По идее, надыбать лития и все, как бы больше ничего такого не требуется. Тихо. Ставим опору. По краешку, короче, буду спускаться. Зигзагом немножко получше получится. Тихо. Стоять. Вообще что-то. Дна планеты, пещеры, блин, никаких нету просто. Возможно, я вообще это все зря делал. Просто ни конца, ни края.
погоди, я нашел пещеру. Короче, как ни копайся, вот всегда ты дойдешь до пещеры какой-нибудь. Как ни крути. Только главное в нее нормально спуститься. Стоять. Аккуратно. Так, кварц. Это не то, что нужно. Тихо, ну куда ж ты? Все, у меня труба. Ах ты. Я не найду себе другого чувака, короче говоря. Ну точнее вот этого. Этот костюм я не найду. Нужны ресурсы в виде бура, модификации и так далее. И обратно потом сюда возвращаться. Так что возвращаемся до дома. Ничего не поделаешь. Он просто взял, упал и все. Вязание не то. Артокс. Где я был-то? Сильва. Да, я на Сильве был. Правильно же. Я же был на Сильве. Планеты. Да, Сильва. Где планета-то? О, неужели? Чё? Где мое приземление? Придется крутиться, пока не появится. Стой. Я вот тут. Нашел наконец. Ходим. Так, у меня было, значит, здесь модификатор бура. Взял, все разобрал. Блин, требовалось доказать. Подохнуть тут вообще, блин, на раз-два. Так. Здесь мы делаем модификатор бура. Двигатель нет. Упаковщик нет. Контейнер не то. Динамит, фонарь, прожектор. Блин, вот жалко то, что прожектор просрал. Средний принтер, то кислорода генератор. Контейнер ресурсов, удлинитель, разветвитель, генератор, средняя платформа. Трактор, прицеп. Упаковщик, контейнер, динамит. Не то. Подожди. Кислородный бак, вот из чего делается стекло. Давай, берем стекло. Кислородный бак мутим. Он был у меня с правой стороны.
Готово. Так, рабочий фонарь. Маячок, малый генератор. Контейнер. Да, контейнер нужен. У меня было два контейнера под почву. Раз. Два. Сейчас хотя бы один сделаю. Может, неправильно ресурсы трачу. Да, оба. Так, окей. Фильтр кислорода, опоры, принтер, упаковщик. Нет, огни, прожектор. Нет, динамит. Модификатор бура, вот. Что тут, ну да, керамику. Где у нас керамика? Значит, тут есть керамика. Модификатор бура. И там что-то с ускорением еще. Что-то связано с ускорением. Так, вот это сюда. Чпок. Модификатор, вот, модификатор ускорения, цинк. Цинк у нас где? Алюминий. Алюминий, керамика. Углерод, вольфрам, медь. Резина, пластик. Сфалит. Может быть, из него цинк делается? Надо вспомнить. Ресурсы. Вот, цинк. Да, сфалит. Будем. Жаль. Жаль то, что чувак подох. Прям очень печально. Я так литий так и не нашел, блин, потому что нормально забуриться не получилось. Первого. Ну, в принципе, был потенциал нормально съехать. Я вот думаю, спуститься в ту же пещеру или вернуться обратно. Надо по-любому движок с собой делать, ну, иметь в рюкзаке. Так, ускорение. Так, это вот сюда мы вешаем. Осталось у нас что еще? Фонарь какой-нибудь, да? Замутить. Удлинители нет, батарея нет. Солнечная панель, ячейки, кислородный бак. Рабочий фонарь. Медь. Ну давай сделаем что. Так, еще есть какой-то маячок. Нет, не то. Контейнер. Принтер, упаковщик, сигнальные огни. Прожектор. Стой, а прожектор? Порох. Нет, подожди. Где прожектор тогда был? Вот. Вольфрам. Не, скорее всего, просто фонарь надо. Вот, рабочий фонарь. Медь. Идяха тут где-то была. Так, вот она. Тут же его, короче говоря, на бур поставим. Так, и все, теперь нужно что? Это все есть у нас? Все, обвесы я все сделал.
Теперь надо насчет движка заморочиться. Фонарь нет, прожектор, принтер. Нет. Генератор, платформа, склад. Вот, аммоний и алюминий. Вот я не зря алюминий собирал. Вообще не зря. Я на салимишка. Алюминий. Алюминишка. Так, аммоний, по-моему, из почвы можно достать. Да, почве нужен один контейнер. Сейчас будет. Сейчас добаться. Вот так вот. Какие-то глыбы он вообще прям не рубит, ни хрена. Этого хватит, чтобы одну единицу аммонии забацать, то это пойдет. Да, все камни, которые я уже вначале насобирал, уже все израсходовал. Так, да. Единица аммония. Загружаем почву. Аммоний, блять, еще нам. Твою ж мать. Пошли бурить. Обычно эти контейнеры всегда полны. Никогда проблем не возникало. Энергия быстрее восстанавливается, когда у тебя бог хороший приток кислорода. Вон тут прям ячейки одна за другой капают. Все понятно. Все понятно, как это дело работает. Маленькое бы убежище с собой. Туда притащи. А убежище у нас из чего делается вообще? Где этот рецепт-то, блин, посмотреть? Платформа. Вагонетка, принтер, плавильная печь, центрифуга, химлаборатория, камера, платформа. Все. Не тут. Эй, все кнопки попутал. Так, движок. Нет, упаковщик, контейнер, динамит, фонарь, прожектор, средний принтер. Педаль, рука, удлинитель, разветвитель. Придется по всем планетам скакать, как ни крути. Двигатель на твердом топливе тоже нет. Серьезно? Так. Это на большой платформе делается. И большая хрень получается. А с собой это никак не утащить. Вот беда. Место приземления. Она делается большая. Малый шаттл. Убежище. Вот. Маленькое. Или большое.
Ну-ка, подожди. Сейчас мы посмотрим. Малый шаттл убежище. Ладно. Силикон. Сейчас мы посмотрим, каким лабораторией. Что делается с силиконом? Орбит, графен, алмаз, гидротезин, силикон, смола и кварц. Нам нужен газ. Смола, кварц и метан. Получится силикон. Не вариант. У меня пока этих заморочек с газом нету. Ну, делаем движок. Как выглядит у нас генератор кислорода? А, ну я понял. Это надо в убежище втыкать. Средний генератор. Ну, где тут? Вот, две движок на твердом топливе. Лепит. Давай посмотрим по изучению. Изучением убежища. Маленькое убежище или что-то такое. Вот, изучено. Пластик, силикон. Маленького убежища нету никак. Мне его один раз давали и все. Алюминиевый сплав и керамика на средний шаттл. Титановый сплав, керамика. Хрен знает. Плавильная печь, центрифуга, атмосферный конденсатор. Большой шреддер, блин, в принципе, можно сделать. Пригодится же. Мне платформа нужна большая. Большая солнечная панель. 4000. Дорого. Да, у меня есть столько ресурсов алюминиевых сплавов, у меня нету. Большой контейнер ресурсов. Ладно, пока ничего не буду тратить. Да, для отдыха. Датчики движения. Опора, кислородный бак, куча всякой херни, но, блин. Силовые ячейки, малая солнечная панель. Ну, это уже, в принципе, это все есть. Модификатор больших участков. Увеличивает деформацию инструмента измерения рельефа. Модификатор бура. 3. Реверки вообще бесполезная хрень, наверное. Но ее по-любому надо будет тоже делать. Геологическая фигура, анализатор ландшафта. Сканер зондов. Момент активации делает снимок, включает настраиваемые фотофильтры. Вообще зачем это, я не понимаю. Джетпак. Расходное устройство, дающее доплатное время курения при прыжке. Уменьшение сплав. Да, блин, нет. Все это лишняя хрень. Движок с собой берем. Так. В принципе, все есть. Можно опять дернуть туда и попробовать лить и добыть по заданию. В принципе, тут больше ничего такого я не вижу. Что можно сделать? Соберите литий, да? Давай, соберем литий.
Поехали. Запустить на орбиту. Почему написано, блять, то, что ты можешь три раза на нем кататься, если ты можешь только два на нем раза ездить? Написано то, что четыре. Ёпщики. Короче, это можно потом переработать, в большом шредере будет. Таких будет до хрена, короче говоря. Да, не зря я его делал. Присосался еще. Давай, на другую планету. Поехали. Изола. Гласио. Где остальные-то планеты? О, Пизани, да? Видите, Титанит. Да. Там сюда. Сейчас попробую на самом деле высадиться где-нибудь в другом месте. Глядишь, может быть, повезет, правильно? Так, а где шарики для приземления? А, вот. Я вот не знаю. Давай тут. Кстати, почти рядом, как и в прошлом месте. О! Вот это хорошо, то что тут много кислорода. Чуть более удачно я приземлился. Давай пособираем хотя бы это. Короче, надо удачно приземлиться, и будет тебе счастье. Когда можно удачно в пещеру попасть. А тут сколько кислорода под землей. Усобираться. Так, давай упоры сделаем. Не то опоры. Типа мне нужен генератор кислорода, конечно, большой. А, ну тут не сделаешь. Надо, короче, убежище, и потом как бы иметь генератор кислорода, и тогда у тебя будет быстрее энергия набираться. Потому что у меня на базе просто растет очень быстро, а тут я придется ждать. А еще подожди. Опор придется делать много. Хотя, по идее, вот так вот тоже, да? Сделаем один маленький принтер. Тебе уже будет хоть что-то откуда чего плясать. Ладно, понабираем энергии. Ландшафт, конечно, полная жопа в этой планете. Срадно отстой. Ни одной пещеры вот я вообще не вижу. Может быть, я куда-то не туда приземляюсь. Не знаю. Давай хоть одну опорку тут поставлю. Пойдем куда-нибудь вот в эту сторону.
Блин, я не знаю. Добуриться-то можно, блин, до любой, до этой какого. Ну, любая планета, как бы, она имеет типа второго дна. Ты можешь по-любому добраться до пещеры, если будешь хорошенько забуриваться. Но, блядь. Ты же можешь так же и упасть. Кстати. Что-то, походу, нашел. Все? Взрывались? Давай. Походу спуск какой-то. Да, будем потихонечку. Да, это спуск. Погнали. Вот это у нас органика, по-моему. Ладно, продолжаем. А так здорово все шло. Я же думал, забуриваться нормально, блин, не придется. Но нет. Чем я вообще особо-то и не спустился. То есть игра тебя прямо заставляет, чтобы ты брал, блядь, и делал себе все время новый пункт. Ну, блин, как на каждой же планете базу построить это, блин, ебанулся. Сколько времени тогда уйдет? Мне что, блядь, тогда вечно в ней играть? Я понял примерно, как тут устроена эта планета. Сначала ты типа докапываешь до вот этой синей хреновины, и потом еще вглубь. Неизвестно сколько, пока не начнется пещера. Но она же второе дно у планеты. Она хоть спускаться получается. Вот так. Зигзагом идем. Опор много расхода. Ну, что делать? Цикотно. А лития я вот как не видел, так и не вижу. Я не знаю, блин, где он. Как его надыбать? Пока вообще без понятия. Ладно, тут нормально. Так, вот отсюда примерно. Так и клаустрофобия может развиться. Оу! Блядь! Короче, попробую прям не отходя от кассы сделать
контейнер-генератор. Маячок, фонарь, кислородный бак, вот. Что надо? Стекло. Понятно. Силовые ячейки нет. Модификатор бура, керамик. Да вы издеваетесь вообще. Динамит, прожектор. Нальный огнил, упаковщик. Принтер. Половины даже нету тех ресурсов, которые нужно. Короче, пойдем без прокачки. Если подохну, значит подохну. Кстати, побольше кислорода себе накопаю. В принципе, у меня и так бур неплохо работает, ничего страшного. Давай опоры. Очень. Потому что возвращаться вот так вот, чтобы замутить себе ништяков. Пошли они в жопу. Лития бы найти. То, что там я в пещеру прокопал. Не знаю. Подохнуть там, по-моему, гораздо проще, чем литий найти. Да, кирдык вообще. Ладно, в принципе, если я подохну, хотя бы не страшно будет. А когда глядишь, может быть, даже и свой этот рюкзачок найду. Так, аккуратно. Аккуратно, сука. Так, вот здесь вот я и долбанулся, походу. Правильно? Да. Здесь вот я и упал. Блин, я не знаю. Надо как-то вот в эту сторону, наверное, рыть. Как бы спуститься-то тут? Вообще без понятия. Какие-то ресурсы валяются. Так, а наращивать я не могу, да? Да. Мне нужна, по идее, смола. Хотя бы одна упаковка. Нет. Я только хуже, по ходу дела. Блять. Ну вот как туда нормально спуститься-то? Тут сейчас просто свалишься и все. Резкий спуск. Я попробую в эту сторону порыть.